Добрый день, уважаемые зрители канала Туфи Шоп. А вы знали, что французский маникюр можно нанести 5 разными способами? Сегодня мы подготовили для вас подборку из 5 способов нанесения френча, используя разные техники и инструменты. Каждый из перечисленных способов найдет своего мастера. Желаем вам приятного просмотра. Наносим камуфляжный цвет на весь ноготь в 2 слоя. Для этого мы взяли нежно-розовый гель-мат для френча Коди 20М. Каждый слой просушиваем в лампе. Наносим белый гель-лак Туфи Профи номер 1 на свободный край ногтя. Излишки убираем скошенной кистью, формируя желаемую линию улыбки. Покрываем топом Коди, просушиваем в лампе и убираем липкий слой. Наносим камуфляжный цвет на весь ноготь в 2 слоя. Для этого мы взяли светло-розовый гель-лак для френча Туфи Профи номер 19. Каждый слой просушиваем в лампе. Тонкой кистью для росписи прорисовываем линию улыбки. Сначала рисуем прямые линии, которые обозначают края улыбки, и закрашиваем прорисованный окончательный вариант линии. Просушиваем и прикрываем топом. Наносим белый гель-лак Туфи Профи номер 1 на свободный край ногтя. Убираем излишки скошенной кистью, формируя идеальную линию улыбки. Просушиваем в лампе. Затем в стык прорисованной линии улыбки наносим камуфлирующий цвет гель-лак Коди 20М в 2 слоя. Просушиваем и перекрываем топом. Снова берем гель-лак Коди 20М. Наносим на весь ноготь в 2 слоя. Просушиваем после каждого нанесения. Берем инструмент Dots и ставим точки там, где будет проходить линия улыбки. Белым гель-лаком Туфи Профи номер 1 соединяем проставленные точки и закрашиваем улыбку. После просушки перекрываем топом Коди и снова просушиваем в лампе. Для этого способа создания френча снова наносим камуфляжный цвет на ноготь в области ногтевого ложа, не перекрывая место, где будет улыбка. Просушиваем в лампе. Далее берем белый гель-лак Туфи Профи номер 1 и прорисовываем линию улыбки в стык к нанесенному ранее камуфляжу. Перекрываем топом, просушиваем и снимаем липкий слой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Напишите в комментариях, каким способом нанесения френча пользуетесь вы. До скорой встречи!